Первый Ярославский вошел в топ-5 самостоятельных региональных каналов страны. Данные за телесезон периода с сентября 2014 года по апрель 2015 на презентации особенностей вещания региональных телекомпаний озвучили представители компании TNS Media. Вместе с Первым Ярославским в список вошли Хабаровский 6ТВ, Нижегородский телеканал «Волга», Петербургский 100ТВ и Челябинское телевидение. Мы видим, что порядка 2% телезрителей в возрасте от 4 лет и старше в городе Ярославле, соответственно, в анализированный период смотрело именно локальное вещание канала «Первый Ярославский».